состояние российской армии, вот все эти лазеры «Пересвет», чудеса русского военпрома, о которых нам так долго говорили, там всякие там разговоры с Указками, посмотрите, какая у нас ракета, посмотрите, еще что-то, ядерное учение. Вот для чего они нас пугают, и главное, боится ли кто-то, да, вот боится ли Европа, потому что принято думать, что Европа боится, и мир боится. Ну, скажем так, какое-то опасение России, оно было. Нельзя сказать, что оно было там какое-то там паническое, но оно было. Люди не хотели неприятностей, они понимали, что рано или поздно, конечно, если начнется война, не дай бог, то НАТО, конечно, сильнее. Но это просто, так сказать, вычитает из обычных, ну, из обычных цифр. Ну, то, вот смотрите, вот даже просто взять Евросоюз, а это часть НАТО, это не все НАТО, да, это 500 миллионов населения. Евросоюз — это крупнейшая экономика мира, больше, чем американская и больше, чем китайская, которая там в 20 раз больше российской. В 20, понимаете? Не в 3, не в 5, не на 10%, в 20 раз больше российской. Вот. А сюда еще прибавь Соединенные Штаты, а сюда прибавь еще Канаду, а сюда прибавь еще Японию, а сюда прибавь еще Австралию. Ну, просто, так сказать, несоизмеримый экономический потенциал. Я уж не говорю про военный потенциал, особенно в технологическом плане. Даже вот сейчас, когда мы обсуждаем вот эти вот реактивные системы огня, ну, понятно, что там они, так сказать, по всем параметрам превосходят все эти скаты, грады и прочие там всякие... Катюши какие-то. И прочие пересветы. И прочие пересветы. Да, я уж не говорю про истребители пятого поколения, которые есть у НАТО и так далее, которых в России нету, как она не старалась их сделать. Вот. Поэтому понятно, что в НАТО существует глубокое убеждение, что в противостоянии с Россией НАТО, конечно, победит. Но никто не хочет вообще никакого противостояния. Они не хотят терять ни одного солдата. Тем более, так сказать, ждать, когда там бомбить будут города, понимаете? Вот. Поэтому, конечно, так сказать, опасения русских, по поводу русской армии было, но оно не было таким, которого хотел бы иметь Путин. То есть он же хотел жути нагнать своими, так сказать, мультиками. Он, так сказать, очень ограниченную жуть нагнал на очень слабонервных людей. Я думаю, что американские военные, так сказать, хихикали, тем более, что, наверное, разведка докладывала, что у них ничего нету, это все фуфло. Вот. Ну, вы знаете, да, про эту вот ракету там гиперзвуковую, якобы, так сказать. Угу. Выясняется, что это просто подвешенный на истребитель ракета «Искандер», которую они научились запускать с самолета. Вот. И поскольку сам самолет летит, то, стартуя с него, «Искандер» летит уже, так сказать, с достаточной скоростью, чтобы, включив свои двигатели, развить сверхзвуковую скорость. Ну, это все понятно. Вот. Поэтому... Да, ну а после того, как, так сказать, ВСУ начало, так сказать, громить русскую армию, так сказать, все иллюзии относительно ее мощи уже развеялись. А теперь они уже вообще на лысых 62-х танках воюют, поэтому, ну кто же теперь уже ее бояться-то будет? Никто ее не будет бояться, этой армии. Вот. Так что развеян миф о непобедимости, знаете, как в битве под Москвой в 41-м году.